Дорогие друзья, начинаем церемонию награждения победителей и призеров Всероссийского турнира по мини-футболу «Таланты России» на призы спортивного клуба Коммунистической партии Российской Федерации. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, первому заместителю председателя Государственной Думы Российской Федерации Ивану Ивановичу Мельникову. Слово предоставляется исполнительному директору спортивного клуба КПРФ, заслуженному мастеру спорта Аркадию Белову. Ребята, очень приятно всех вас видеть. Мы уже видим третий год, подружились, общаемся. Честно говоря, огромное спасибо всем, кто остался, во-первых, потому что из 24 команд, конечно, сейчас не такой представитель, но вы самый мужественный. На самом деле, порядка, наверное, еще 10-15 команд мы просто не смогли принять физически, так как невозможно играть круглосуточно в футбол, а у нас практически 2 дня круглосуточно происходило.
И на самом деле была рабочая встреча с Геннадием Андреевичем Зюгановым, и на ней возникла идея все-таки сделать этот турнир еще более массовым, но проводить еще некий региональный отбор, где еще больше команд может съехаться на каком-то определенном регионе. Так что мы над этой идеей думаем, и может быть у нас турнир получится многоступенчатым, и здесь будет у нас именно финальный матч, не только те команды, которые мы смогли сюда пригласить, но массовость, я думаю, у нас увеличится, регионов у нас очень много, которые еще умеют играть в эту игру. Вам спасибо, вы все молодцы, было приятно смотреть эту игру, которую вы играете. Мы любим мини-футбол уже очень много лет, и я рад, что все становится краше. Ну, под флагом КПРФ, я думаю, что мы все доказали, что умеем играть хорошо и умеем гореть друг другу эту радость. Спасибо большое. Переходим к церемонии награждения. Итак, дорогие друзья, а мы начинаем непосредственно награждение участников нашего турнира. Личные призы. Лучший вратарь турнира признан вратарь команды Омска Андрей Скориков. Дорогие друзья, мы переходим к командным призам.